тебе, девочка? Дашь мелочь? Мелочь? Сколько тебе? Сколько дам? А чуть, подожди сейчас, сюда подойди. Да не бойся, я дам мелочь. Снимать меня не надо. Почему? Ты мелочи хочешь? Мелочь нужна? Ну подойди, что ты боишься, я тебе же... Не надо меня снимать, пожалуйста. А что, вас ругают, что ли? Не надо меня снимать. Дим, поехали. Не надо меня снимать. Сейчас я тебе дам копеечку. Убери руки, а то не дам копеечку. Не надо меня снимать, дядь. Ладно, не буду. Я не хочу снимать. Ну, а тогда рубль, тебе не хочешь сниматься? Все, пока. Дети в Рязани ходят, просят деньги. А что не надо, зачем? Сейчас, подожди, посмотрю, тебе сколько есть. Да, дитю дам, подожди, не спеши, сейчас поедем. Ты руки не закрывай, а то не дам денег. Деньги нужны? Надо сниматься на видео тогда. Блин, а у меня нету, все, они упали туда. Сейчас тебе, сейчас, да, сделают, где женщина. Короче, да. Поехали домой. Так, вышли отсюда. Так, не суйте руки, а то тетя злая, не даст ничего. Тетя нормальная, блин, дядя чересчур добрый. Все, до свидания всем. Нет у меня денег. Все, вас. Поехали, я сказала, домой. Все. Дайте хоть рубль. Нету денег больше. Нет у меня денег.